Сегодня в детской модельной библиотеке прошло очередное торжественное мероприятие – награждение победителей конкурса «Лучших чтецов на адыгском языке». Проект был организован Управлением образования района. С приветственным словом к школьникам обратились член жюри, сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Султан Сиюхов и начальник Управления образования Асиат Берзегова. Бзер хлебком энеп, арикос ужин, садап ума в обзе умешал. Вид хлебка и тарих умешал, вид хлебка бзе, вид хлебка умгашал, уэри вагас уштеп. Мешке бзелахам с такосуше гуру. Не просто ходежен, жлачи жен ходи уштеп на уфер. Такосуше гуру, эпеч исусе кватен, рахахахахшинши, хлебка мец адахача ряжгау, шери, хлебка гнефахам шанесну, ары такосуше гуру. Мы сабихам сарагушку, машалах, шану шатахам, шарит хашалапсау, шасау, шизгаджирач или гаджихам. Бзар, надельфа бзар пляуным, удалежиным, капатаным, маханашхой эсу. Аллахам, джайшту дахатску, хажгаху шубзар. Жгабаю, жгапыту, шудаляжу. Основная идея создания этого проекта заключается в сохранении и популяризации адыгского языка. Для достижения этой цели был проведен данный конкурс, в котором приняли участие 23 школьника района. Их навыки чтения и владения родным языком были оценены, и самые лучшие участники были награждены почетными грамотами и денежными призами. Хотхапам их мне средал кое-чего за накохом, хлежал храра. Усаки дженам че за накохом, не буре точим ях, кош хали районам шишу хлежал. Мы проектор гасанам че кош хали администрациям я урс апа, три гусау, захотшал, ко бзербсау ним пае, нахбар ун фае. Аж такап короче за сабихам Бзер агазунчо, усахам дехатско кяджема, аши де ухарами из гурак калачин, тбзей дехарани гасын запущен ведут ягушипсажи захатшена ухуа, ква апара имешва да занакоқ зар захатшағар, сухафтан гуры хари ихлау. Арыс ква мдейо хуа сасашитасы, апача тихлик ватама, нахара хуанра гуры хари фатсын, Немчук какой-то апа гуля хрифа дротенеш, нах ярау сэм бурут, ну, аж в дегу хрифа тиеше, вот хай рапсау яса уха лежахам за джами, мишнепа какой-то арахар, чуп арана фаха за харахар арау, раз тхишхам чад раз арах сабью ха лежа абстеули. Аши маханаи, стап ума, де яхвэтра пай ха лежахам, ко за накуахум, за гуриш дикон фаяс, де усу фаями, Арыс кутара гушку межведа саби хызырати эми, аши дыр халяжи хырами, апача джири кача сават хыржи нас еда усвам бунам тигу хыршмеза на хокум. Одной из участниц конкурса стала Нафиса Ешева, ученица 7 класса Кашхабской школы номер 1. Она стала победителем в своей возрастной категории. На конкурсе она представила этот замечательный стих. Жена Карамыз, Даханагу, Хэшшэнс Агу. Кыздиштагу шэнэс агу, хэлэ ва одэханагу. Сыча вупчы зэзгас агу. Шэс ожжэну сэси уагу. Сыди вуч афэ сакал, еву гойх халюх шкойха. Альмак зыем каретакус, ехэс бзыу маафретаку. Бзыу цык хэрбчэ тэлятал, дэханагу кэпагочих. Бляга мафач аллитал, бухам чаха бэбэчих. Дэханагу ягашрабза, бзы вупстал мяфигаза. Зыргашхэчих, дэхэцыкух, не уж джеримыш шукэкух. Ебзу бляга мапае, дэханагу шкуитае, альмак зыем карегаку, псэсэ зыем ешэн кэку. Халёк шкойхар шатэш хара, ахар сыпка, сыдауш сыра. Шашиш горам, яга феда, дыханаго шашу феда. Таким образом, этот проект оказался не только весьма интересным, но и важным для сохранения и продвижения адыгского языка и культуры в нашем районе.